Нечетко надо анализировать национальную политическую ситуацию в стране, в каждом городе, в каждом муниципалитете, понимать, что там происходит, и в первую очередь ограничивать возможности смешания разных слоев населения страны, потому что это вызывает агрессию, особенно у местного населения. Потому что чаще всего население новое, вливающееся в старые муниципалитеты, уже сложившиеся, оно идет со своими правилами. И понятно, что общество эти правила просто не воспринимает. И происходят какие-то агрессивные моменты. Их надо в стране избегать. Из маленькой агрессии может вырасти большая.